Заплати всего 25% от суммы, и новое платье сразу твое. А дальше оплачивай его равнозначными долями. Новый способ покупок без комиссий и переплат. Установи приложение «Долями». Приветики! В общем, это мой влог, мой вечер. Я могла бы сейчас, как все блогеры, такая, снимать мое утро, мой morning routine, но я решила немножко отличиться и снять мой вечер. У меня сегодня по плану снять много видосов для своей работы. И сейчас я вас погружу сегодня в мою работу, чем я занимаюсь. Я веду YouTube-каналы, и не только YouTube-каналы, для маленьких и не очень маленьких бизнесов. Сейчас у меня есть ребята-поставщики с Пойза на классных кроссовок. Это не реклама, я просто рассказываю, как у меня жизнь проходит. И мы сейчас едем к ним снимать контент. Я буду сниматься в этих же роликах. Такая красоточка, поэтому ждите. Я уже вызвала такси, приедет она минут через 15. Естественно, я хочу вам показать свой лук. Я не знаю, насколько хорошо меня слышно, но это как раз будет проверка моего нового микрофона. Заранее прошу прощения, звук местами действительно не очень. Я снимала в очень шумных местах. Старалась что-то сделать на монтаже, но не все можно вырезать. Более, это все равно лучше, чем обычный звук на телефон, особенно в оживленном городе около какого-нибудь шоссе. Не забудь оценить мой лук в комментариях. Я очень полюбила эти новые штаны. Еще я ехала около 6 часов вечера, самый пик, поэтому так долго ждала такси и в целом долго сидела в пробке. Меня очень порадовали конфетки, которые были в машине у таксиста. В общем, всем приятного просмотра. Я надеюсь, что новые форматы и новое качество вам зайдет. Ю-ху, я приехала. Сейчас нужно будет дозваниваться до ребят, чтобы не открыли, потому что у них почему-то нет домофона. Я вам даже не сказала, куда я приехала. Это что-то типа склад / офис. Я надеюсь, меня покормят. Даниил, здравствуйте, блин, где вы? Пусть меня впустят наконец-то. Вообще здесь очень красивая локация, вы не представляете, сейчас покажу. Вы просто посмотрите, как это эстетично выглядит. И меня, пожалуйста. Спасибо. Вот вы мне все говорите, у меня много разных мужчин во влогах, в шортах, еще что-то. Ну что сделать, если я общительная дама? Ничего предрассудительного, просто общение, работа и все такое. Ну, дружу я больше с мальчиками, мне так больше нравится, ну что делать? Вы попадете во влог и станете популярны. Подписывайтесь на мой инстаграм. Секунду, подожди секунду, давай ты будешь говорить, когда я тебе дам микрофон. На мне висит петличка, а на тебе нет. Да. Супер. Hello. Hello. Все мне так рады, безумно. Я же говорила, что вы будете проклинать день, когда я буду к вам приезжать. Я тебе очень сильно рад. Смотрите, какой ковер классный. Так, на тебе микрофон, мати. Либо вкидывай что-то хорошее. Хорошо. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Я считаю, это мечта астматика. Я хочу вот эту. Что еще? Как у всех в офисе должен стоять кашемировые костюмы с 12 Stories. Только сегодня купили. Да. Я не успеваю одновременно, погодите. Это unpacking. Это unpacking, да. Кашемировый костюм из 12 Stories. Вот такой. Его, если что, нельзя стирать. Почему? Потому что он сядет. Его можно только относить к химчистку. Химчистки что с ним делают? Ну, наверное, не постирают. Потому что если его постирать, то он сядет. Ну, его же нельзя стирать. А вот так выглядит рабочее место. Здесь только много коробок. Девочки, мальчики, я в шоке. Вот это вот та самая съемочная зона, которую вы видите у них на Ютубе. Если вы не видели, то как бы я оставлю ссылочку в описании, там контент со мной. На тебе микрофон, ты должен нести всякую херню. Приветики! А, ты решил пакусики на приветики заменить? Да. Ребята, это мои работодатели, вы понимаете, да. Насколько я низко пал. Оставляйте в комментариях, пишите, как вам футболка, Аня. Да. Напишите. Я считаю, если ее погладить, ну, будет вообще прекрасно. Надо у них отжать ее. Да, она продается, кстати. Почем? 3000 отдадим. Покупайте. Так она в магазине стоит 3000. Я наугад сказал. Я не знаю, сколько она стоит. Может быть 5, может быть 6. Ну, подписчикам по промокоду AniaWell 3000. Забирай у тебя микрофон, тебе не надо, ты фигню какую-то говоришь. Мы пошли снимать видосики. Я пошла заколебывать ребят, потому что они реально проклинают день каждый раз, когда я приезжаю. Но пусть терпят. Посмотрят, требуют жертв.
вернусь к вам, когда мы все отснимем. Дальше нечего было вам показывать и снимать. Мы просто разбирали те пары, на которые хотим снять обзор. Предложила ребятам снять СМР на кроссовке за 80 тысяч. В целом они согласились. Причем это такие рабочие моментики, которые не очень интересно вам показывать. Была я у них в офисе несколько часов. Потом мне еще принесли эспрессо-тоник. Спасибо ребятам большое. У нас корпоративный кофе. Мы заботимся о своих сотрудниках. Сколько он стоит? 100 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, это качество... Ну, вот этот ковер с Wildberries за 3000. Вот напишите, купили бы себе такой? Я бы нет. В целом, я вышла, закончила работу. Работать. Попрощалась с ребятами. И сейчас меня встретят другие ребята. От меня ждут два гопника. Ну, как Рома? Боже мой. Знакомьтесь, Виктор. Роман. Роман, вы кто? Я. По батюшке. Роман Константинович, Виктор Васильевич. Мы пойдем кушать. Я снимаю влог. Это мой видео. Всем привет, это мой видеоблог. Мы сейчас поедем, не знаю, пойдем кушать, а потом поедем к нам смотреть «Хоббита». Ну, ночная Москва, полянка, два прекрасных человека. Еще один самый прекрасный. И самый скромный. Ну а что? Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Дальше мы пошли гулять по ночной Москве, хотя сильно ночной я не могу ее назвать. Было около 10 часов вечера. Это была набережная, было безумно красиво. Я бы даже сказала романтично, если бы шла только с одним молодым человеком. Потом мы дошли до парка Горького, потому что поняли, что нигде на набережной мы не нашли места, где вкусно покушать. Более нам нужно было дождаться еще одного нашего друга, и мы договорились встретиться там. Я замучила жажды, и я взяла бамбл с бобой. Не спрашивайте, как я это выговорила. Затем был очень сложный выбор, что покушать. В итоге я остановилась на корн-доге, чисто сырном. Потому что мне не очень хотелось наедаться, хотя ребята себе взяли там шашлык, хинкали, кто-то супчик. Но вы дальше все увидите. Я оцениваю свой корн-дог на 7 из 10. Мне не понравился соус, слишком майонезный. Но то, как я его ела, выглядит действительно эпично. Просто посмотрите на эти кадры. Мало того, что это смешно, так еще невозможно кушать и остаться чистым и не обляпаться. Еще один балл снимаю за то, что он слишком большой. Я тупо не смогла его полностью съесть. В общем, я не смогла доесть как-то корн-дог сырный пес. Извините. Рома взял себе хинкали и шашлык. Роме вопросов нет. Можно я тебя хлебну, пожалуйста? Я не могу, у меня сушняк, как будто я бухала, а я не бухала. Да. Я поняла, я хочу такой же. В итоге у меня доедают корн-дог. Витя взял себе том-ям. И пришел Иван. Вы уже с ним знакомы. Наш прекрасный фотограф. Единственный, который сегодня из нашей компании будет пить пиво. Потому что мы все завязали. Да, Витя? Да, Рома? Абсолютно. Нацепила на Ваню микрофон. Я надеюсь, да. Его слышно, видно и все синхронизуется. Тоже надеюсь. Просто в отличие от всех этих прекрасных трех людей, я не так часто пью. И не на таком состоянии допиваюсь, как они. Поэтому мне аскеза не нужна. Но баночка пива после того, как я провел в автосервисе 5 часов, и мне по факту ни хера не сделали... Стоит того. В общем, итог такой. Я жду свой тархун. Это не тархун. Апельсин. Вань, передай, пожалуйста, Вите микрофон. Я пока не купила 4 микрофона, которые будут синхронизироваться, но, видимо, пора. Зачем мне микрофон? Пробуем. Это вкуснее, чем тархун. Естественно. Человек знает мои вкусы, человек в моей футболке. Покажи, что там сзади написано. Самые олды помнят эту рекламу в Инстаграме на эти футболки. Да, солнышко? Все мы как истинные грузины в кавычках, конечно же. Стебали Ваню, потому что он пытался съесть хинкали приборами, потому что они были слишком горячие, потом у него прилипла салфетка. В общем, попытка аккуратно съесть хинкали не увенчалась успехом. У вас точно глаза на лоб вылезли? Он потом еще съел все попки. Я жду, когда вы все захейтите за это Ваню. Просто, ну это не делает покушение на святое. Мы немножечко еще прогулялись и поехали на такси домой. Я хочу немножечко пожаловаться на авторские права Ютубу, потому что у нас были очень красивые кадры, как мы разрываем под разные тренды.
треки. Естественно, я не могу вам их залить, могу залить в Телеграм, можете подписаться. Еще на социальной сети тоже выходит очень много роликов и со мной, и с ребятами, и в целом какой-то разнос. Поэтому, пожалуйста, не забывай подписываться, ссылка обязательно будет в описании и на Телеграм, и на запрещенную социальную сеть. Ну а мы идем дальше. Hello! Мы пришли домой. Мы потусили. Я даже не пила. Ваня взял себе пиво, но он тоже еще не пил. Я решила сделать во влоге такой легкий интерактивчик, чтобы, во-первых, опробовать классные микрофоны. Конечно. Вот. Во-вторых, немножко вас познакомить с компанией, потому что я чувствую, их будет очень много в моих влогах. В ближайшие пару дней. Будем так это называть. Знакомьтесь, это Иван. Иван, сколько вы зарабатываете? Много. Много. Ну, мне хватает. У меня только богатые друзья. Скажите немножечко о себе. О себе. Человек с образованием маркетолога, работающий в одной известной автокомпании немецкой. Вот, ушевший оттуда, потому что хочется творчества в своей жизни. И вот последние 3 года я работаю фотографом. Я представляю, как шумела эта штука. Иван, сколько вам годиков? Мне... 23. Ссылку на его инстаграм я оставлю в описании. Девочки, он холост. Угу. Так да. Что можете по знаку зодиака Козерог. Боже правый, в асценденте кто-то там. Кто что? Тут... Девочки, потом разложим натальную карту. Все хорошо. Как мы познакомились? Вообще в Тиндере. Но, типа, мы сразу поняли, что пара из нас хуёвая. Это 5 минут, поняли, что настолько рабочий вайб, никакого романтика и флирта, no. Просто ноль. Вот, а потом мы заобщались, он фотограф, и, типа, он фоткал мое мероприятие, я сейчас прикреплю какие-нибудь фоточки, это вот его работы, моего мероприятия. Mm-hmm. Следующий. Mm-hmm. Hi, guys. Hi, bitch. Это Роман. Роман, стандартный вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Ну, если это посмотреть налоговое. Что? Я маркетолог. Все тут маркетологи. Работаю в крупном холдинге. Ну, неплохо так получаю, на жизнь хватает. Помроту. Следующий вопрос. Роман, расскажите немножечко о себе. А, девочки, он тоже холост. Лев по знаку зодиака, 20 годиков. 21. Недавно что, дни рождения были. 21. Девочки, ссылка на его инстаграм будет в описании. Лев, ты в асценденте, я забыла, Полина говорила. Из минусов у него странная бывшая. Мы пытаемся проработать. Мы пытаемся это проработать. Я это не вырежу. Расскажите немножечко о себе. Вы сейчас лицезреете смущающегося льва. Неправда. Давай что-нибудь, пару интересных фактов у тебя там. Все не на камеру. У меня есть прекрасная собака, шикарная собака, Ставбуль. Зовут его Тайрон. Ой, вот это она любитель такс. У меня вот такой батон накачанный. Это лучшая собака в мире. Он просто свои комплексы на нем. У меня есть, была бывшая. Да, моя неплохая подруга. Да, и она была ее тренером, они познакомились. Я как-то приезжаю, как это правильно сказать, чтобы не было максимально кринжово. Он в очередной раз к ней возвращается с цветами, весь такой, ну, пожалуйста, я люблю тебя. Нет, не так это было. Ну, в итоге мы подружились. Да. Ну, вначале она меня дико хейтила. Да, у нас было очень милое прощание. Пошел нахуй. Кусай захуй. Эфирное время, видите? Настань, иди в твою жопу, видите, блядь. Я прям жду вот эти комментарии. Гарем. Гарем, там, знаешь, вот этот мем про давайте, сколько там чернокожих было. Давайте диван этот, да, отвинем. Мы прям вот так вот сидим. В этой пижамке еще. Да, да, да. Видите? Я умная женщина. Виктор. Виктор, здравствуйте. Добрый вечер. Сколько ты зарабатываешь? Много. Конкретно. Нету конкретной цифры. Почему у меня все такие скучные? Что скучные? Нету конкретной цифры, ты сама знаешь. Ну, хотя бы диапазон. Чуть меньше миллиона. 10 000. Расскажите немножечко о себе. У нас с Гариком. Хороший человек, интересный собеседник, немного алкоголик, но в целом борюсь с этим. Графический дизайнер. Я опустил самую важную часть своей жизни на данном этапе. Нахожусь в счастливых отношениях. Давай, чуть менее важную часть. Нахожусь в счастливых отношениях.
чуть менее важная часть, бармен я. Вот, тот самый бармен в моих видосах. Расскажите немножечко о себе. А, это был вопрос. Бармен я, пью я, пит она. Как мы с тобой познакомились? Повторюсь, я бармен, нахожусь в счастливых отношениях. Там же и познакомились. В счастливых отношениях? В счастливых отношениях. Я в своих с работой, она в своих без работы. Веснулись вот так вот комплексами и поехали. В вагончике по названиям жизни. Самый лучший коктейль в твоем баре? Их много. Ну, а самый важный? Космополь. Я думала об этом еще было. Во-первых, я сказал про тебя. Во-вторых, ты не сказала самое важное в моей жизни или еще в чем-то. Ты сказала самый лучший коктейль в твоем баре. Я бармен, у меня профдеформация. Меня как спрашивают, такой ответ и получаем. Какой самый важный коктейль для меня в жизни и какой коктейль произвел, оказал очень важное влияние, да, это классический шот B52. Потому что, когда я его выпил с одним прекрасным человеком, с которым я нахожусь в счастливых отношениях... Я его не бью, честно. Когда произошли основные перемены глобальные... В твоей прекрасной, счастливой жизни в отношениях. Кратко, бармен B52, люблю свою девушку. Нахожусь в счастливых отношениях. Спасибо вам за это интервью. Итак, я пробовала свои микрофоны, познакомила вас с друзьями. В целом, классно сделала влог, на мой взгляд, с легким интерактивом, с лайфстайлом. Ну, короче, вы поняли. Что мы все собрались у меня дома? Сейчас уже ближе к 12 ночи, и сейчас мы будем смотреть «Хоббита» и «Властелина колец». Я его никогда в жизни не смотрела, ребята настояли на том, что я это сделаю. Вот вы спрашивали меня, для чего я снимала трешку. Так вот, для того, чтобы собирать всех друзей, и они все спали отдельно от меня. Вот так это работает. Так что, девочки, мальчики, влог подошел к концу. Мы сейчас ложимся смотреть «Хоббита». Напишите какие-то комментарии по поводу влога, напишите по поводу качества звука и в целом картинки. Я что-то попыталась поменять, добавить, ну, все такое. И как вам такой интерактивчик с ребятами? Хотите ли вы побольше их видеть? Ну и в целом все. Всех люблю. Покусики!